81 автобус получили в подарок школы края, большая часть из них отправится в села. Весь транспорт оснащен по новым требованиям безопасности, системами навигации, экстренного реагирования при аварии и тахографами. Но не только школы. Новую технику получили и больницы региона, в том числе уникальный мобильный фельдшерский акушерский пункт. Новизна его в том, что мы медицинскую помощь практически приближаем к дому пациентов. Мы охватим те населенные пункты, где нет ФАПов, где нет медицинских работников. В нашем районе это 15 населенных пунктов, где есть 5 человек проживают, где 20 человек. В таком пункте можно пройти обследование, сдать анализы, а при необходимости здесь даже примут роды. Районам края досталось 9 ФАПов на колесах. До сих пор в регионе был только один. Кроме того, муниципальные клиники получили 30 новых машин скорой помощи и 24 автомобиля экстренной. Кстати, школьную медицинскую технику приобрели в большей степени за счет средств федерального бюджета.